куда ты меня привела? Это йога в гамаках, совершенно новое в Канске направление. Ага, то есть я после работы, а ты меня на йогу еще и в гамаках. Настя, ну я и так уставшая. Усталость твоя временная, сейчас все пройдет, тебе понравится. Ну давай. К нам в Сибирь йога в гамаках пришла из теплых стран, где гамак – обычное дело. Особенно популярно это направление в Америке. В России же начало развиваться сравнительно недавно и пока только в крупных городах. Встретить такое в Канске стало для меня большим открытием. Я знаю, что в Красноярске всего 2 центра, которые практикуют йогу в гамаках. Леня считает, что я уже мастер в этом деле. Не буду его разочаровывать. На самом же деле, хожу на йогу в гамаках всего пару недель. И в очередной раз бросаю вызов гравитации. Так хочется парить в воздухе. О! Это упражнение называется «Летучая мышь». Я не могу это описать словами, честно. Опустите голову вниз, пальчики растопырьте, хорошо жмите ими в пол. Ого, советуют. А меня Леня зовут. Меня Татьяна. Ага, первый раз на занятии. Ага. Привыкайте, это здорово. О, попробуем. Скажу вам честно, не стал бы даже пробовать заниматься йогой, если бы не тренер. Но вот как эти занятия могут помочь мне? Вопросы отпали после того, как Ирина рассказала свою историю. 9 лет назад у нее появилась проблема со спиной. Именно тогда она впервые зашла в зал. Не ходила я, у меня позвоночник очень сильно болел. Я ползала на коленках, и меня один человек привез на йогу. Я стала заниматься, тогда было 80 килограмм. Ого. То есть я стала заниматься, и мне это стало нравиться. Я стала посещать семинары, развиваться в этом плане и жить образом йоги. Потому что йога поставила меня на ноги. Тренер – это вообще очень важно в йоге. Нельзя прийти после основной работы в зал и пытаться чему-то научить пришедших на занятия людей. Йогой нужно жить. А тем временем кое-кто ощутил полное равновесие. А я больше всего люблю упражнение в воздухе, которое называется «бабочка». Оно помогает раскрыть тазобедренный сустав и обрести внутренний баланс. В Индии издавна существовало искусство выполнения асан на столбах и на веревках. Это в очередной раз доказывает извечное стремление человека побороть земное притяжение и ощутить легкость полета. Но главное, йога позволяет справиться со многими недугами. Вообще йога – это исцеление всего организма, от костей и заканчивая вообще всеми внутренними органами. Очищается кровь, очищается дыхание, очищаются мысли, эмоции. То есть тело становится гибким, здоровым, живым. Появляется желание жить, творить новые идеи. Как оказалось, занятия в гамаках – это не единственный вид йоги, который практикуют в центре «Мир йоги». Среди направлений центра еще йога на мече, йога на кирпичах, йога в сауне, йога в лесу и множество других. В скором времени даже появится специальная йога для мужчин. А ведь, кстати, с древности и до наших времен йога была чисто мужским занятием. Пожелайте себе мира и добра, здоровья и любви и городу процветания. Откройте глаза и теперь ты понимаешь, что йога помогает очень здорово избавиться от стресса и расслабиться. Да, не только расслабиться, я вообще себя чувствую полным сил и энергии. Очень здорово. Такая духота в городе. Как хорошо, что есть место, куда можно прийти, чего-нибудь холодного выпить или съесть. Полностью с тобой согласен. Кстати, а что это у тебя за коктейль? Это самый популярный здесь. Мой любимый, Микки Маус называется. Здесь есть кола и взбитые сливки. Нет, я все-таки больше предпочитаю мороженое. А вот на улице, правда, жара как в бане прям. Душнота. Кстати, знаешь такой анекдот про баню? Баня, а через дорогу раздевалка.
Леня, этому анекдот уже 100-500 лет. Он старше динозавров. Ну, он точно не древнее вот этих динозавров. Мир юрского периода? Совершенно верно. Мы ждали миллионы лет. Свершилось. Великая трилогия выходит на новый уровень. Читаю еще чуть-чуть пониже. Исполнительный продюсер Стивен Спилберг. Этого дядьку я знаю, про него слышала. И фильмы его очень люблю. Ну, еще бы ты не знала Стивена Спилберга, Настя. Но я думаю, что и фильм «Парк юрского периода» тебе о многом говорит. Этот фильм в 90-е просто взорвал киноиндустрию. А вот этот фильм является заключительной, четвертой частью этой киноэпопеи. Добро пожаловать в парк юрского периода. От увиденного в фильме «Парк юрского периода» я был просто в шоке. И даже предположить не мог, что такое возможно. Когда я впервые увидел кино, то подумал, как было бы классно стать одним из героев фильма и побывать в парке. Благодаря первому парку мы все влюбились в кинематограф, захотели стать сценаристами, актерами. Это был настоящий прорыв. Внедрение новых технологий и передовой компьютерной графики в кинопроизводство помогли оживить доисторических животных. Это было невероятно. Первый фильм был чертовски страшным. Эти ощущения остались у меня до сих пор. Я очень хорошо помню, как пошел на парк юрского периода в последний день перед школьными каникулами. И то невероятное чувство, когда забываешь обо всем на свете и всецело погружаешься в удивительный мир динозавров. Создать мир юрского периода – то же самое, что открыть парк с настоящими живыми динозаврами. Мы придумали действующий парк, который ежедневно посещает более 20 тысяч человек. Рост посещаемости невозможен без новых аттракционов. Обалдеть! В мире кинематографа наступил новый этап. Ничего похожего вы до этого не видели. Смотрите на меня. Тише. Корпорация уверена, генетические модификации выведут парк на новый уровень. Мы сделали ее больше Тирекса. То есть вы взяли и создали нового динозавра? Не самая лучшая идея. А где близнец? Она его съела. Снято! Отличный дубль! Как же здорово, что мы причастны к этому проекту! Между дублями мы щипали друг друга, чтобы удостовериться, что не спим. И нам на самом деле повезло сниматься в этом фильме. Как же это круто! На сколько баллов по шкале крутизны? На все 100. Такое чувство, словно мы попали на вечеринку. Бывают такие моменты, когда даже во взрослом просыпается ребенок. Юрского периода полон сюрпризов. Я ни на секунду не сомневался, что Колин идеальный режиссер, чтобы воплотить задуманное. Мир юрского периода. Смотрите в кинотеатрах с 11 июня.